Россия. Единственная в мире страна, где помимо 8 государственных телеканалов есть еще 20 тысяч региональных. И именно там работают настоящие профессионалы. Один из них – пятигорский телеведущий Жорик Варчан. Вчера ночью в Пятигорске по сообщению ОВД номер 23-0130, полтора, трое неизвестных вошли в супермаркет, понял, да? По улице Энергетиков и произвели что? Выстрел в стену произвели из оружия, похожего на двухствольное ружье. И присутствие продавца завладели деньгами в сумме около 2 миллиона рублей и продуктами питания на сумму 100 тысяч рублей. По факту грабежа милиция объявила план перехват. Сука, смотри, завидуй, да? Я тебе говорю свое место, и тебя оставь. Все. Однако, по горячим следам грабителей задержать не удалось. В данный момент они, видимо, выехали за пределы Российской Федерации. Понял, что написано? Красавчики, Вася, вообще молодцы, да? Успели сорваться.